Ну, от мені хотілося б все-таки повернутися до шляхів духовного розвитку людини. Все-таки еволюція – це процес, це закон природи. І певною мірою духовний розвиток людини є невідворотній. Все-таки які рушійні сили цього процесу? От не могли б ви трошки зупинитися на цьому моменті? Якими є рушійні сили духовного розвитку, і чи завжди вони йдуть через кризи, через якісь такі гострі обставини, чи все-таки є якийсь такий рівень, за яким можна уникнути таких катаклізмів? Будь ласка. Смотрите, человек сам решает, как ему развиваться. Но когда он находится в иллюзиях, единственный способ, если он находится в иллюзии, его заставить отказаться от иллюзии – это страдание. И других вариантов нет. Теперь, если шире отвечать на ваш вопрос, да, действительно, мы находимся в Кали-юге. Юга – это предназначено именно для того, чтобы пробудить людей, которые находятся в иллюзии. Это способ этого пробуждения, это страдание. Когда человек пробуждается, он уже сам решает, как развиваться. И действительно, вы абсолютно правы. Форм для развития очень много. Вы можете развиваться через любовь. Вы можете развиваться даже через счастье, через взаимодействие людей. Вы можете развиваться через то, что дарить другим людям, помогать другим людям. Вы можете развиваться через духовные практики. Вы можете развиваться через то, что заботитесь. Вы можете развиваться через молитву, через искреннее поклонение, через яги, через медитации и другие практики. Понимаете, путей много, но проснуться нужно. И, к сожалению, Кали-югу, источник того, чтобы проснуться, это страдание. Есть еще один способ, о котором я уже говорил, но я еще раз скажу. Если вам повезло, если ваша карма хороша, и вы начинаете заниматься дхармой, просто тем, ради чего вы пришли, и просто реализовывать ту природу, которая у вас есть, то вы постепенно начинаете развивать концентрацию. И если отвечать на ваш окончательный вопрос, то источником, то есть то, что может заставить вас проснуться, является страдание или дхарма. А способом развития является концентрация, развитие концентрации. Если вы задумаетесь, именно концентрация отличает животного от человека. Ничего больше. Надеюсь, Дякуємо. Ну, певною мірою це вичерпний такий аналіз. Ну, от дивіться, а якщо ми перейдемо тепер на суспільство, з одного боку, ми знаємо, що є закони розвитку суспільства, і це є певною мірою об'єктивні фактори, які описані ще Платоном в його діалогах. Але з другого боку, суспільство, воно твориться самими людьми і обумовлене тими рівнями свідомості, які є панівними серед людей в цьому суспільстві. От чи можна вважати, що суспільство є просто середовищем для індивідуального духовного розвитку особистості? Чи все-таки є певні закони розвитку самого суспільства, і суспільство може впливати на духовний розвиток особистості? От як пов'язані між собою людина і суспільство з точки зору їх законів духовного розвитку? Чудесний питання. Дякую вам.
На самом деле это действительно важно, я об этом не сказал. Вот я сейчас сижу, слушаю вас и понимаю, что я-то об этом не сказал. На самом деле смысл-то существования общества именно в том, чтобы дать возможность человеку развиваться. В этом и есть смысл существования общества. И на самом деле то страдание, которое приносит людям тоталитарный режим, это тоже способ создать среду, в которой человеку невозможно находиться, и он вынужден развиваться. И общество, которое у нас создает среду, в данном случае через войну, для того, чтобы заставлять людей просыпаться. И следующее общество, которое вы построите, уже третьего или четвертого, дай бог, уровня, это будет общество, которое делает все возможное для того, чтобы каждый из вас развивался. Вот это их и связывает. Вы абсолютно правы. Общество – это среда, которая помогает, должна помогать. Должна, не то что должна, она всегда будет помогать развитию человека. Просто помощь это может быть по-разному выражаться, через страдания или через счастье, любовь, взаимопонимание. Очень хочется, чтобы наконец общество перешло к уровню, когда смысл его существования – помогать людям через счастье, любовь и взаимопонимание. И уйти из общества, когда общество помогает людям через страх, унижение, уничтожение. К сожалению, когда общество на уровне тоталитарного или даже псевдодемократического, то именно целью такого общества является унижение человека, чтобы человек испытал такую боль, чтобы отказался и ушел к развитию. Это, конечно, сложно поверить. Не хочется в это верить, но это так. Да, дякую. Я думаю, що можливо ми прийдемо до такого рівня розвитку нашої свідомості, щоб можна було розвиватися шляхом радісного служіння, шляхом щастя, шляхом доброчесності, порядності і спільного блага. Ну, хотілося б вірити, що такі часи не так вже далекі. Я б Подожди, тут дивився. вопрос в том, что они уже пришли. Вот это, Так. понимаете, вот мы год назад с вами говорили, мы говорили, через год будет возможность. А сейчас я вам говорю, у вас началась возможность. 25 мая, сегодня 26. Возможность начата. Все, сейчас время менять государство. Вы посмотрите, как все будет меняться. За этот год государство украинское очень сильно изменится. Родится новая элита. И очень хочется надеяться, что это все будет мирно, а не так, что это приведет к каким-то там потрясениям. Ну, потому что если власть упрется и не захочет очищаться, это все в конечном итоге привезет к потрясениям. А вот в основе этого всего, конечно, невежество. Потому что вот мы с вами рассуждаем о таких высоких вещах, а они не рассуждают. Эти люди, к сожалению, не рассуждают. Он занят тем, что или там один, второй, третий, что с Харькова вывозят эти награбленное, да? Но я смеюсь, конечно, но в этом-то много боли. А это все означает, что люди-то находятся совсем не на том уровне сознания, который позволит Украине измениться. И сейчас это нужно менять. То есть нужно очищать пространство, очищать ваше пространство от этих людей. Очищать. Не будет очищения, не закончится война. Потому что смысл войны в том, чтобы очистить Украину. Грустно, конечно, или весело. Ой, так, ми це чудово розуміємо. Ми це чудово розуміємо, але ну так важко щось зробити. Є запитання, Світлана Йосипівна. Так, я бачу, включився Анатолій Жуковський, будь ласка. Добрий день, Алак. Сердечно вдячний вам за дуже такий змістовний виступ. Резонує, лягає на душу, особливо відносно місії України як наставника. І ми тут в Україні по своїй мірі стараємося в цьому плані працювати по мірі своєї душі і розуміння. Є одне таке питання, яке, ну, скажімо, не зовсім резонує. Я хотів би зараз якраз це уточнити. Це ті астрологічні періоди, про які ви почали трішки говорити, про 860 тисяч років. Я так розумію, що ви говорите про термін чотирьох юг. І, напевно, ми говоримо зараз, що ми знаходимося в Калі-Югі, але якщо ми говоримо про Калі-Югу, то тривалість Калі-Югі
скажімо, не 5-7 тисяч років, тому що зараз, ну, так як вважають астрологи чи більшість астрологів, ми знаходимося десь на 5-му чи на 6-му тисячолітті Калі-Юги, вона тільки-тільки в початку, а взагалі її там тривалість десь біля 150 тисяч років, якщо не помиляюся. 432 тисячі літ, А, з ну, якого да, темний такий період, трошки довгувати. Так от ми тільки спочатку, скажімо, ну, звичайно, це в такому довгому періоді є ж свої, ну, якби синусоїди, ну, якби просідання і підйоми, тому що в кожній Калі-Юзі є прообрази інших юг. Ну, наприклад, так як Сатя-Юга, наприклад, може бути найближчим часом. І коли ми зараз говоримо про роль місії України, то ми говоримо про те, що це якраз ця точка переходу, яка, в принципі, може відбутися як варіант, те, про що ви говорите. Якщо цей варіант не відбудеться, Україна не виконає свою місію, значить, у Творця є запасний варіант, той, про що ви говорили, що на іншій частині планети, на Сході, пробудяться деякі наставники, а якщо ні, то так звучить трішечки трагічно, 2050 рік. А чому так? Ну, як дуже хотілося б капельку оптимізму сюди внести, що це не єдиний варіант, якщо перше, друге не спрацює, тому що у Творця є більше варіантів, чим два. І, скажімо, я б хотів би вас просто запитати, ну, правда, дуже цікаво, можливо, не тільки мені буде цікаво, знаєте, є ж термін рок, ну, безісходність, коли практично немає ніяких варіантів, то я хочу для себе усвідомити, от 2050 рік, якщо варіант перший, варіант другий не спрацює, це що, рок, це безісходність? І якщо це так, то чому ви так вважаєте, і на підставі яких джерел ви це вважаєте? Тому що при всій повазі, я думаю, що це не остання інстанція, що є і третій варіант, і четвертий варіант. Дуже, ну, буду вдячний за відповідь. Если Дякую. говорить, спасибо за вопрос. Если говорить об источниках, то если говорить именно о том, когда этот переходной период и чем он завершается, то мы говорим, еще раз я повторюсь, об Хавишта-Пуране. Пурана, которая прогнозирует существование, которая прогнозировала приход Христа, например, которая прогнозировала события вот сейчас в этой большой стране рядом. Вот, и она же прогнозирует вот эти последствия где-то в 48-м году. Точнее, это не в 48-м, а до 48-го. То есть это будет цепочка различных войн и трагедий до 48-50-го года. Это что касается источника. Теперь, что касается эпох. Вы абсолютно правы, что кроме больших эпох, которые связаны полностью с перемещением Солнечной системы вокруг галактики, а эти большие эпохи, реализуются как Сатья на протяжении там 1,7, почти, чуть больше 1,7 миллиона лет, как Трета, которая была 1,3, немножко 1,20 с лишним миллиона лет, и, соответственно, как два пара, 860 лет, тысяч лет. Это как раз тот переход, о котором мы говорили. Переход из два пары в Кали-Югу сопровождался тоже колоссальной войной со смертью около 60 миллионов людей на Курукшетре, что произошло где-то 5000 с лишним, около 5000 стопом лет назад. Можно точно посмотреть. Вот. Но кроме вот этих больших юг, о которых мы говорим, есть еще малые юги, вы совершенно точно сказали. Потому что кроме того, что Солнечная система идет вокруг галактики, она также идет, вращается вокруг некой своей черной дыры. То есть она приближается и удаляется, приближается и удаляется к центру галактики, то есть к Брахме, к источнику энергии. Соответственно, по мере вот этого движения и меняется энергетика пространства. И вот несмотря на то, что мы сейчас уходим, вот внимание Брахмы, в целом Солнечная система уходит, но она начала приближаться. И ближайшие 10 тысяч лет она будет приближаться. Поэтому во многих источниках назван этот период 10 тысяч лет Сатья-югой, малой Сатья или вкраплением Золотой Югой. Но с точки зрения астрологии, это не просто вкрапление золотой юги, а это именно движение Солнечной системы вокруг черной дыры в приближении к Брахме. Поэтому это не то, что завтра будет золотая юга, это то, что постепенно будет сознание расти, развиваться, крепнуть и достигнет, в общем-то, большой реализации около через 10 тысяч лет назад. Через 10 тысяч лет тоже оно сразу не исчезнет, просто оно начнет быстро угасать. Я надеюсь, Дякую. я... Дякуємо.
Чи є у нас серед слухачів нашого YouTube якісь такі цікаві запитання, які можуть бути озвучені, Володимир? Ну, поки нема, народ розмірковує, дивиться Похоже, я і слухає пережав. уважно. Слишком жорстко. Добре. Ну, тоді я ще маю таке одне запитання. Я хочу сказати, що коли ми розглядаємо духовний розвиток людини, то дійсно він починається з певного очищення і певного розвитку розпізнавання. Це, ну, такі перші щаблі, перші сходинки духовного розвитку. Але за цим йдуть все-таки, ну, досить вже такі серйозні і відповідальні кроки. Якщо ми подивимося тепер на Україну, безперечно, очищення є одним з перших тільки кроків на шляху його, ну, її становлення, можливо, як наставника. Які мають бути наступні кроки? Адже все-таки ідея полягає в тому, щоб побудувати певну внутрішню ієрархічну структуру, яка побудована не на силі, не на грошах, а яка побудована на духовних засадах, на цінностних засадах. От які інструменти можуть бути таких змін? Давайте, это хороший, тоже прекрасный вопрос, и на него довольно просто ответить. Вот представьте себе человека. У него есть душа, наблюдатель. Есть разум, есть ум, есть желудок. Да? Разум, ум, желудок. Ну и другие системы. Если наблюдатель заснул, разум не может понять, куда направлять человека. Понимаете логику? Душа, который управляет разумом, заставляет разум двигаться в согласии с дхармой. Если разум не управляется душой, что происходит? Разум вынужден направлять человека, ориентируясь на желание ума. Человек, который не является наблюдателем, не осознает себя, начинает опираться на свой ум. Мне удается объяснить, что такое ум? Ум человека связан с чувствами. То есть ум руководствуется чувствами. То есть ум что определяет? Тепло, холодно, хорошо, плохо, сладко, кисло. Понимаете? То есть ум создает набор штампов, набор пониманий, которыми руководствуется. Это просто компьютер. Лево-право, право-лево, 0, 0, 1, 0. Все. Теперь смотрите, что происходит. Разум, который не подчиняется наблюдателю, подчиняется уму, фактически подчиняются тому, кто говорит хорошо-плохо, а значит чувствам и прежде всего желудку. То есть Украина и в основном весь мир сейчас что говорит и что собой представляет? Подчиненность своему желудку. Обратите внимание, все ваши политики и вообще политики во всем мире о чем говорят? Только об одном, об экономике. Самая главная цель человечества сейчас – экономика. Потому что управляет миром желудок, точнее разумом. Понимаете? Разумом и государствами в том числе. Теперь вы говорите, что делать? Вот мы проснемся, что делать? Нужно передать управление душе. Я сумел образ передать? Управлять государством, то есть вот этой иерархичной системой, должна душа, которая сможет направить человека и государство в нужном, согласно дхарме, направлении. Теперь возникает вопрос, а как это организовать? Значит, должна быть построена система, которой будет находиться целеуказатель. Теперь внимание. Если вы, например, найдете ваших наставников, философов, соберете их, они прекрасно смогут сделать и настроить систему целеуказания. Они скажут идти туда. Но в чем самая большая проблема? В том, что если они начинают непосредственно вести государство, они сталкиваются с проблемами на земле. И они перестают видеть стратегию. Мне удается объяснить?
То есть вы должны создать орган государственный, который будет заниматься стратегическими вопросами, который будет заниматься вопросами совести, контролировать суды, там, прокуратуры и все подобные структуры, но который не будет физически управлять государством. На основании стратегии, которая разрабатывается вот этим органом, государством должна управлять система исполнительной власти. Я в детали сейчас не буду уходить. То есть, таким образом, понимаете, для того, чтобы этот орган оставался стратегическим, не падал на уровне исполнения, он не должен заниматься исполнением. Это должны быть философы, вот вы должны быть там различные, то есть это народ должен и может выбрать. Да? Это первый момент. Должен быть орган, занимающийся именно совестью, стратегией, то есть фактически быть душой наблюдателем, который направляет государство. Это раз. Второе. Второе – это проблема информационной перегрузки. Человечество, люди у нас информационно перегружены, и очень мало людей, которые способны в этом информационном потоке выбрать главное. Значит, это должна быть отдельная деятельность людей – выбирать главное. Нету другого пути. О чем я говорю? Я говорю о системе выборов. Выборы должны построены быть так. Вот есть 300 человек, ну, например, 300, и они друг друга знают. Например, если найдется такая возможность. Ну, есть такие системы, да? Громада у вас. И она выбирает наставника в вот этот вот совет совести или в тот орган, который занимается стратегией, контролем мировоззрения, и выбирает исполнителя, то есть лидера, который занимается уже выбором людей в исполнительную власть. Вот и все. Все очень просто. То есть вы можете влиять на процесс, потому что вы участвуете в выборе специально подготовленных людей, которые занимаются выборами, потому что они этим занимаются профессионально. И они не сделают той ошибки, которую сделает большинство людей под давлением СМИ. Ну или разных систем влияния на человека, там соцсети и так далее. Вот это второй очень важный фактор. То есть если вам удастся сделать орган, который не занимается исполнением, но который разрабатывает программу, и в то же время система выборов будет предусматривать осознанный выбор, а не тупой, как это сейчас происходит, то это даст возможность изменить государство. И третья составляющая. Третья составляющая называется идеология. На сегодняшний день люди обижены, потому что им сказали, что есть капитализм, есть социализм и все. Или там тоталитаризм и демократия, да? И они как бы противодействуют и взаимодействуют. Это ложь, это неправда. В рамках одного государства можно все это реализовать, в зависимости от того, где что нужно. Потому что есть области, где нужно быть рынку. А есть области, где нужно быть социальным каким-то службам. А есть области, где нужно быть, например, на войне тоталитаризм проявить. Понимаете, о чем идет речь? То есть это все обман, что в одном государстве всего этого не может быть. Все это может быть в одном государстве при одном условии. Когда вы не будете говорить, это государство социалистическое или это государство капиталистическое, а вы будете говорить, это государство должно привести людей к развитию, а значит к счастью. Теперь возвращаемся к слову идеология. Государство должно поставить целью счастье. Понимаете? Это очень просто. Государство должно иметь цель, идею. Тогда все будет уже выстраиваться для достижения этой цели. Пока нет идеи, ничего не будет. Потому что, ну как, ну если нету паруса, то это будет лодка, которую бросает в этом море куда угодно. Должно быть направление, и направление должно быть правильно выбранным. А учитывая, что душа человека, сат-чит-ананда, счастье, последнее, ананда, блаженство, это основная, конечная цель человека. Значит, такую цель должно поставить государство. И тогда, ты когда начинаешь разбираться, что такое счастье, как его достигнуть, оказывается, это возможно только при развитии. Тогда получается у тебя цель счастья, но и развитие, познание. А чтобы это было, человек должен чувствовать себя хорошо, безопасности, уверенности. И это как раз есть ананда, чит, ананда, да? Чит и сат. Ананда, чит, сат. Вот и все. Ничего не нужно выдумывать. Просто нужно реализовывать известные, прекрасные ведические формулы.
Государство должно поставить цель. Сад, Чит-Ананда. Все, точка. Дальше вот эти два фактора по поводу избирательной системы и по поводу того, как управляется, кем ведется система. Вести должна система наставниками, реализовываться должна система лидерами. И, кстати, если уж дополнить до конца, то в систему реализации нельзя пускать на торговцев. Вот нельзя. Тут еще вопрос связан с тем, для чего каждый из нас рожден. Потому что если торговец, который должен заниматься благосостоянием, банками, там, кораблями, пароходами, начинает заниматься политикой, он уничтожает политику. Он ее просто продает. Что у вас очень активно используется. Это тоже третий и очень важный, или четвертый уже получается, очень, очень важный фактор. Нужно сделать так, чтобы люди занимались своим делом. Нельзя смешивать людей. Люди должны заниматься своим делом. Пока люди занимаются чужим делом, ничего не будет. Я надеюсь, я ответил. Дякую. Дякую. Є запитання. Уваження в тому, що дійсно так у нас складено вже, що система влади, вона настільки брудна, і зараз вона настільки зацементована от такою системою кругової поруки, що порядні люди туди просто не можуть потрапити. І ви кажете, треба обрати духовну совість нації туди. Справа в тому, що жоден представник такої духовної еліти, він не захоче приймати участь у цій ганебній процедурі. Його треба запрошувати туди, а не він не виставить свою кандидатуру на такі вибори. Ви абсолютно праві. Ви абсолютно праві. Вы абсолютно правы. Как раз и отличительной чертой человека, который достоин идти во власть, является его нежелание туда идти, понимаете? Абсолютно правильно. Его нужно говорить, его нужно просить. Чем, знаете, чем руководствоваться? Своей дхармой. Потому что человек, который лидер по природе или наставник, он не имеет права отсиживаться. Это именно он виноват в том, что происходит, потому что он не идет во власть. Именно он виноват. Не торговец, который попал в парламент, потому что ему позволили. А почему он не должен? А потому что наставник прошляпил, потому что лидер не пошел. Вот в чем причина проблемы. И они должны, эти люди, взять на себя ответственность и идти. А что касается, может он, не может попасть, это все нужно убрать из сознания, это иллюзии, это иллюзии. Если вы соберетесь, миллион человек, и проголосуете, скажут, вот этот, вот этот, вот этот, вот они наши представители. Кто может вам противостоять? Кто? Никто. Это ваш выбор сидеть и тихонечко там под лавочкой сидеть и говорить, ой, мы ничего не можем сделать. Или наоборот, брать и делать. Можно питание? Так, будь ласка. Да. Шановний Аллах, ну дивіться, питання такого роду. От сучасна влада в Україні, да, вона трохи відривається від реальності. Вона не гибка. Вона не бажає бачити і чути жодної альтернативної думки, аналізу на ті процеси, які відбуваються в суспільстві. І більш того, фактично, ну, будь-які вибори не передбачаються в Україні сьогодні. На альтернативу, наприклад, що в 2014 році, 2019 році теж була військова ситуація вже в Україні, і вибори були. Вопрос такого порядку. Які резерви в Україні? Який запас, якщо така ситуація ще буде, ну, до кінця цього року, по весні. От. А тим паче, що є деякі передбачення того, що з кінця літа, восени, Росія, Білорусь планують деякі великі провокації в Балтії, одночасно з деякими, так сказати, намаганнями Китаю щодо Тайваню. Будь ласка.
Во-первых, я думаю, что власть, я начну с вашего начала, Так, что да. власть, она не то чтобы не слышит и не хочет слышать, она просто не может. Ваша власть устроена так, что она просто не может. Знаете, это как идет человек с поломанным позвоночником, а ты говоришь, а что ты ровно не стоишь? А ну стань ровно. Он бы и хотел, но он не может, понимаете? Я не думаю, что там плохие люди или хорошие люди. В принципе, власть построена так, так она устроена у вас, что она не позволяет никому реализоваться. Там колоссальную волю, а самое главное, знание нужно, чтобы суметь что-то сделать в этой власти. Вот это первое. А что касается периодов, да, конечно, будут провокации, все это будет, но Украина получит эту возможность менять свое государство где-то начиная с ноября месяца. Будет большой шанс при правильных действиях завершить эту войну. Хуже или лучше, это вопрос зависит от Украины, насколько она будет реализована, насколько она будет очищена. Но если Украина начнет наконец очищаться, то в ноябре месяце войны уже не будет. Я не знаю, в какой форме, я не вижу это в карте, там не написано, что вот так, так и так. Просто есть возможность, что это все остановится. А значит, у вас будет полгода, с ноября по май, когда можно переформатировать структуру государства. И времени очень мало. Что потом произойдет? Потом опять начнется напряжение, и опять это свалится в продолжение войны. Поэтому вот на ваш вопрос, сколько есть? Да вы можете долго этим заниматься, можно бодаться очень долго. Украина сильное государство. Если и по большому счету Украина очень сильное государство. И я уверен, что Россия первая развалится, а не Украина. Понимаете? Это кажется, что Россия там устойчивая и так далее. Нет. Украина более устойчивая. Но, понимаете, эта игра уже такая плохая. Нужно воспользоваться той возможностью, которая есть, а она будет сейчас, в этом году. Потому что у вас сейчас идет период изменения элиты. И я только одного хотел бы, чтобы это было не насильственное изменение. А для этого нужно, чтобы власть просто позволила этому изменению произойти. Причем власти не нужно ничего делать. Вы сами можете создать, все организовать. И именно благодаря тому, что власть не должна ничего делать, но не мешать просто процессу, и произойдет переформатирование государства. И шанс у вас есть. Если же вы этим не воспользуетесь шансом, то надо смотреть, когда будет следующий. Возможно, еще будет возможность. Но просто есть момент, и потом опять будет скатывание. И потом будем смотреть, когда будет следующий момент. Но я вам сейчас не готов ответить, когда. Дякую. Дякую. Є запитання. Так, Анатолій. Дивіться, Олег, ви доволі часто на своїх виступах говорите про вікно можливостей для України у 2025 році. Ми розуміємо, що часу дійсності дуже обмаль. От таке запитання. Ну, як на мене, всі ці процеси дійсно можуть відбутися при наявності, скажімо, якщо не духовного, то хоч би соціально-духовного лідера, який підніме цю ідею. Ну, ідею щастя України, скажімо так, набагато простіше тоді гуртуватись, і тоді, скажімо, пазли можуть скластись таким чином, що в 2025 році, маючи такого лідера, Україна дійсно може розпочати ці процеси як реалізацію своєї місії. Я це називаю суспільство соціально шостого соціально-політичного устрою, тому що зараз у нас п'ятий капіталістичний, займаюся цим, мрію про це. Чи бачите ви такого лідера в Україні, якого міг би прийняти народ, який підняв би цей прапор і за яким би пішли? Я вижу сейчас одну возможность создать такой общий орган. То есть не один человек, а когда будет какая-то система, которая позволяет благодаря современным информационным системам быстро и просто менять людей, которые будут на вершине стоять. И просто такая система рано или поздно этого лидера выдаст. Пока так, чтобы... Понимаете, тут смысл в чем? Что система должна этот выбор сделать. То есть система, нужно построить систему, чтобы она уже выдавала этого лидера. Чтобы не то, что там он пришел, и он такой умный, такой харизматичный, и все такие поверили. Это игра в старую игру. Это то, как было, и то, как никакого эффекта нет. У вас уже что там есть? Бюст имени Тимошенко. У вас есть, я не знаю, Порошенко есть своя власть? Как там она называется? И Ну, в общем, какая-то еще...
Еще вторая бюпы и так далее. И сейчас у вас там тоже этот слуга, это тоже партия одного человека. Это туфта. Это путь никуда, потому что, ну, это было бы, вообще-то это возможно, если человек будет обладать знанием. Но я не знаю, есть ли у вас люди, которые обладают знанием. У меня сомнения есть. Это еще нужно произвести, это должно произойти. Но пока нет такого лидера, который обладает знанием, вам нужно делать систему, в которой любой человек, который достоин, должен всплыть наверх. Я надеюсь, сейчас будут такие появляться партии, которые дадут систему не лидера, а систему, понимаете? Это возможно. Дякую. Дякуємо. Шановний Аллах, ми не будемо зловживати вашим часом, вашою увагою. Ми щиро вдячні вам за таку продуктивну, дуже мудру промову і обговорення відповідне. Ми щиро бажаємо вам успіхів у вашій власній наставницькій роботі, в роботі вашої академії, в роботі ваших учнів. Ми дуже раді, що в нас встановилися такі довірливі і дуже ефективні зв'язки. Всього найкращого вам. Спасибо огромное. Я тоже очень благодарен, что вы нас приглашаете. Это очень важно для нас немножко поделиться своим видением. И, возможно, мы сможем как-то вам... Вообще-то, я надеюсь, что наши студенты, благодаря знанию, которое они получают, смогут повлиять на Украину. Я знаю, там у нас сейчас есть ребята, которые занимаются и партией, есть ребята, которые занимаются Конституцией. Ну, дай бог. Дай Бог, чтобы у них получилось, мы будем поддерживать. И надеюсь, мы с вами вместе будем поддерживать. И, кстати, я хотел вас попросить, вы говорили о брошюре, которая есть по результатам. Пожалуйста, я был бы очень благодарен. Опять же, это не для меня нужно, а для тех, кто занимается, чтобы они могли воплотить какие-то мысли, если их еще у них нет. Так, ми перейшлемо наші матеріали, матеріали нашого форуму. Я думаю, що вони будуть корисні і стануть у пригоді. Дякуємо. До нових зустрічей. Дякуємо. Віримо в Україну. Вірю. Всього найкращого. Дуже дякую. Все хорошо? Ми щасливі. Чудесно. Давайте всі відкриємось. Михайло, ви можете відкритися, щоб зробити фотографію? Головне, щоб свідомість нашого народу, вона щоб росла, тоді і система виросте нова. Я От можу говорити Михайло тільки... написав тут в чаті, Любомир Гузар колись казав, я не бачу такої людини, яка може повести за собою, але я бачу такий нарід, такий народ. Чудесно. О, Михайло приєднався до нас, ну, чудово. Ні, о. Добре, добре. Дякуємо. Ну, тоді робимо фотографію на пам'ять. Всім всього найкращого. До зустрічі. До зустрічі. Та мирного неба над Україною. Дякуємо за ваші натхненні і завжди позитивні астрологічні прогнози. Вони нас надихають, дають надію і підтримують. Дуже дякуємо. Все таки будет. Увидимся. Спасибо.